вообще это история о взрослении, о том, как в жизни подростка врезается реальный грубый мир и как разрушается его семья. Как раз 14, 15, 16, 17 лет, они как бы все понимают, а родители делают вид, что все хорошо. Как раз трагедия главного героя в том, что его отгораживали от проблем. И в итоге как бы он понимает, что все, что он знал об этой жизни, все оказывается ложью. И еще почему Ганди молчал по субботам? Потому что в молчании больше честности, чем в словах. Потому что родители ему лгут. Они говорят, что поедут за грибами, а идут к любовнице. Он понимает, что слова во взрослом мире ничего не стоят. Он находит ту Лизу как проводника во взрослую жизнь. Ребят, хотите – приходите, хотите – нет. Дело ваше. Но мне кажется, это очень честная история. О чем молчат ваши родители? В то время, как наши корабли бросят космос и госбюджет, меня, простого гражданина, интересует. Куда исчезает все говно в космосе?